Я тебе все про Кирюшу говорю. Он служил на севере. Тёма, завтрак на столе. И добывал там какие-то очень полезные ископаемые. Ты знаешь, а потом их сократили, и он вернулся домой, к Ирине Андреевне. Да, очень нужен Ирине Андреевне безработный племянник на шее. Ну, подожди, почему безработный? У него машина есть, он таксистом может работать. Мам, ты знаешь, сколько сейчас интернет-приложений с такси? Это не такая уж и редкость. На этом не заработаешь. Тёма! Уже 8 утра. Сейчас. Вот видишь, у тебя уже к нему появились требования. У меня? У меня никаких требований к нему нет. Все, ради бога, я не буду с тобой ссориться. Вот и ходи, как одинокая. Привет. Снежная королева. Ой. А Кирюша, между прочим, пара обязательно найдется. Я очень рада, что кому-то так сказочно повезет. Снова пытаешься выдать Лену замуж, ба? Не подслушивай женский разговор. Не вреди своему мозгу. Слушай, Лен, можно ложку? А ты тоже после смерти деда пыталась бабушку замуж выдать? Так, Тёма! Тёмочка, мне всегда хватало деликатности не лезть в чужую личную жизнь. А у тебя нету своей личной жизни? Знаешь, мам, моя жизнь мне очень даже нравится. Да, но самое главное, чтобы ты так это чувствовала. Люблю тебя. И я тебя люблю. Ну все, беги. И помни, ты у меня самый лучший. Ой, давай. Елена? Да. Здравствуйте. Я Кирилл, племянник Ирины Андреевны. Здравствуйте, Кирилл. Как поживает Ирина Андреевна? Лен, давайте поставим все точки над «и» сразу. Вы должны простить мою тетю за ее навязчивость и непреодолимое желание нас поженить во что бы то ни стало. Мы оба понимаем, что это бредовая идея, поэтому... простите. Ну что ж, я рада, что все разъяснилось. Простите, ради бога, еще раз. Вы здесь ни при чем, и спасибо вам за солидарность. А, я могу вас подвезти, я на машине. Ну что же вы так, Кирилл, не отступайте от своего решения. Нет, я просто из вежливости. Вы не в моем вкусе, поверьте. Лен, я должен признаться, я вас обманул. На самом деле, вы просто мне действительно очень понравились. Мне тетя фотографию показывала, я подумал, да, почему бы нет? Ну, потому что у меня сын. Это не проблема. Я не говорю, что мой сын проблема. Просто у Тёмы 11 класс. Это такое время сложное. Плюс у него проблемы с геометрией, а классная руководительница еще и навязывает ему какие-то общественные нагрузки. И это в выпускном классе, вы представляете? Представляю. Очень даже хорошо. Нет, ну в смысле у меня своих детей, конечно, нет. Пока. Я же еще не стар. Кирилл, вы меня извините, но вы мне просто не нравитесь. Вы только не обижайтесь. Я вижу, что вы неплохой человек и уверена, что все в жизни у вас сложится. Мы вот приехали. Угу. Ну, вы еще подумайте, если что, я подожду. Спасибо, что подвезли. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Привет, Аня. Ну, как она? Кто? А, Макарова? Да ничего, вроде бы справляется. С детьми и с родителями ладит. Ну, а почему работу меняет каждые полгода? Характер сложный? Не знаю, может быть и характер. Мы же не подруги. А плохо, что не подруги?
У нее скоро заканчивается испытательный срок, а мы о ней толком ничего не знаем, кроме того, что она хороший специалист. А должны были бы знать, кого хотим принять в свой коллектив. Непорядок. Согласна? Ну, да. Ну, так пригласи ее куда-то, не знаю. Прояви инициативу, внимание, вообще там. Ну, а счет потом мне принесешь. Ну, хорошо. Головушку, я помню. Да, у тебя все прекрасно. Я помню, ты молодец. Так, ну что, давайте еще разочек. Еще один бассейн. Привет. Привет. Слушай, ты им воли не давай, родители не любят, когда их балуют. Они же их всех чемпионами видят. Пускай резят, пока есть такая возможность. В этой группе все равно будущих чемпионов нет. Слушай, я спросить хотела, ты сегодня вечером занята, нет? Может, сходим куда-нибудь? Нет, я не могу, мне к сыну надо. А что, сын маленький, сколько ему в школу ходит? А давай сходим, ненадолго. Ты сама видела, у нас чисто зарплату вовремя выплачивают. Даже массажики бесплатные. Это, конечно, плюс. Но знаешь, есть и минус. Массажистки такие же тетки, как и мы с тобой. Но иногда попадаются интересные клиенты. Я предпочитаю работать с их детьми. А кто же тебя тогда сегодня утром подвозил? А, да никто. Это мама все пытается меня пристроить. Ищет мне варианты для замужества. Лен, а где отец твоего ребенка? Я слышала, он в Японии работал. Сейчас не знаю, да и не хочу знать. Тоже из спорта был? Да, мы были вместе в юношеской сборной. Выходит, первая любовь? Последняя. О, как у нас тут все запущено. Не, ну что ты, у нас тут как раз все в порядке. Слушай, ты что, даже за все это время никого к себе не подпустила? Ну, даже здоровья ради. А я не больна. Я чувствую себя хорошо. А что с начальством, мутишь? Как тебе наш Трифилов? Руководитель как руководитель. Ну, а как мужчина? Ань, мы можем закончить эту тему? Ну, правда, нам не о чем больше поговорить, кроме как о мужчине. Да с удовольствием. Тем более, если то, что ты говоришь, правда, то мы точно подружимся. Ты знаешь, я вот неизлечима. Ненавижу быть одна, боюсь. Сочувствую. Ну, и поскольку замуж не зовут, то мне уже не важно, женат, не женат. Если мужа своего не удержала, то я не виновата. Хотя, ты знаешь, иногда такие идиоты попадаются, диву даюсь, зачем оно мне все надо? Но сейчас я себе уже такую планку поставила, что главное шею не свернуть. Все-таки хорошо, что ты мне не соперница. Общественная нагрузка. Артём, я пришла. Они уже 2 часа там сидят. Привет, сынок. Здравствуйте. Лена, это Вика. Добрый вечер. Лена? А я не верила, что Арт вас по имени называет. Значит, это правда. Это очень круто. Арт? Лен, мы с Викой будем заниматься после уроков. У нее проблемы с литературой. Да, он у нас просто гений. Только он меня и спасет. Стопудово. Может, чаю? А вы правда были чемпионкой страны? Это же ваши медали. Я думала, что просто трепишься. Не треплется.
А у вас только с литературой проблемы? Лен. Ну что, Тёмочка, я же просто интересуюсь. Да нет, еще есть кое-какой затык с математикой, но я там еще хоть как-то справляюсь. А вот с литературой вообще завал. Ну что же там сложного? А мне тяжело сосредоточиться. Я вот два предложения прочитываю, а потом мысль куда-то улетает. Фантазии разные начинаются. Наверное, это с непривычки. Вам нужно попробовать больше читать и что-нибудь подлиннее смс-ки. Лен! Ну что, Тём, разве я не права? Нет, вы абсолютно правы. Ну просто, ну, чтение — это такой отстой. Вот Арт придумал слушать аудиокниги. Вот сейчас, например, так заслушались. Вик, вас, наверное, дома ждут. Беспокоиться. А я что, у вас засиделась, да? Ты же меня проводишь? Конечно. Знаешь, где она живет? Не знаю. Я спать пошла. Нет, я просто поражаюсь. А тебя совсем не волнует, где твой внук? Послушай, твой сын пошел провожать девушку. Это нормально. Я не понимаю, почему я должна истерить. Ну, очень зря, как показывает жизнь. Телефон оставил. Как специально. Она не сказала, как ее фамилия? Я не знаю, какая у нее фамилия. Представляю, какие там родители. Ты видела у нее татуировка? Нет, не видела. А эти губы черные, ну это же вообще. Послушай, ты, между прочим, если бы не плавание, тоже неизвестно, кем бы ты стала, а ходила в рваных джинсах. Хотя, если бы не плавание, ты бы не встретила своего золотого Славика. Ладно. Ты куда? Встречу. Истеричка. Лен, ты чего? У тебя совесть есть? Ты видел, сколько времени? Я что, должен был отпустить ее одну? Ночью? Так, ладно, быстро домой спать. Завтра поговорим. Угу. Теперь не засну из-за тебя. Отступила Глинстин. Просто она такая неприступная, понимаете? Ой. Доброе утро. Мам, ты не знаешь, где Тёма? Его дома нет. Ушел уже. Куда ушел? Сегодня же воскресенье. Они ушли вместе с Викой на съезд этих мотоциклистов. Вот. Чей съезд? Послушай, ни одного дня от тебя нет покоя ребенку. Ни одного. Доброе утро. Выбирайте маршрут, куда едем? Кирилл, пожалуйста, будьте мужчиной. Мы с вами обо всем договорились. Можно по магазинам, можно в парк. Какой парк? Мне на работу надо. В воскресенье? Вы себе не жалеете? Или вы меня боитесь? Уже боюсь. Еще подождем. Ну что, подруга, давно тебя видно не было. Вот пришла к открытию сезона, не прогоните. Байк найдется. А это чайник с тобой? Это Арт, он не чайник. Я за него ручаюсь. Без машины? Пешком?
Зато голова на месте, не только для шлема, как у некоторых. И вообще он не с пустыми руками пришел, он деньги за горючку принес. Ага. Ну, родаков выбросил. Заработал. Не твое дело. Ладно, пока пусть остается, а там видно будет. Вон его моток помой пока до блеска. Замызгал-то тракторист. Давай ведро. Курс молодого бойца. Приступай. Давай, давай. Так что, не разрешила заплатить за себя? Да что там платить? Мы же девочки, едим как птички, а вузой не станем. Ну а чего работу так часто меняет? Говорила? Да просто на прежних местах особи мужского пола ей проходу не давали. Не умеет у нас, конечно, некоторые кретины с прекрасными женщинами обращаться. И не говорите. Так что говоришь? Подружились? Ну, вроде как да. Ну, а про меня что-то говорили? Все в рамках приличия. Ну и потом, вы же знаете, как сложно не заметить, какой вы интересный мужчина. Ну, ладно, ладно. Заболтались мы тут с тобой. Все, иди, скажи Лене, что я жду ее. Хорошо, Владимир Сергеевич. Спасибо за помощь. Иди, иди, Анечка. Да, счет можешь оставить. Инга Борисовна, здравствуйте. Я хотела бы с вами поговорить. Да, желательно сегодня. Это очень срочный, серьезный вопрос. Я хочу обсудить общественные нагрузки Артема. Мне нужно с вами их как-то скорректировать. А, вы на даче сегодня? Извините, а завтра я могу с вами поговорить? А, хорошо, спасибо. Мы не говорим в рабочее время по телефону, это запрещено. Да, я знаю, но это срочный разговор с учительницей СМИ. А это не важно, это техника безопасности. Ты же слышала о таком? Ань, что такое? Опять что-то случилось? Да, случилось, тебя трясило в живот. Зачем? Ну, сам скажешь, только будь с ним поосторожнее. Не поняла, что это значит. Да ничего, просто будь поосторожнее, и все. Хорошо. Ну, иди. Да, а как же... Я присмотрю, ты иди, он не любит ждать. Иди, иди. Вызывали? Да, Леночка, проходите, присаживайтесь. Спасибо. Ну, как вам у нас, привыкаете? А, я всем довольна. Уж не знаю, как вы. Ну, а мы как довольны. Вдвойне, я бы сказал. Знаете, Лена... У меня сложилось такое впечатление, что это не вы у нас проходите испытательный срок, а мы у вас. Да. Коллектив вас принял, можно сказать, полюбил, а дети так вообще рвутся только в вашу группу. Только их слышно, наша тетя Лена самая лучшая, наша тетя Лена самая красивая. Но это вы преувеличиваете. Ничего не преувеличиваю. Я, наоборот, преуменьшаю. Вот что. Нам с вами пора обсудить... Ваше будущее, раз уж у нас сложились такие отношения, такая симпатия. Вы предлагаете мне постоянную работу? Да, я предлагаю вам постоянную работу. И нам надо с вами обсудить условия вашего трудового договора. Я не знаю, оклад, график. Спасибо. Для меня это очень важно. Спасибо. Сделаем вот как. Угу. Мы с нашим коллективом привыкли отмечать события нашего центра в одном уютном месте. Ну, наш чиллаут, если можно так сказать, это музыка, обслуживание, кухня. А хозяйка этого заведения – наша постоянная клиентка. Когда вы сегодня заканчиваете? В 7? В 7:30. Ну что ж, тогда в 8 я вас жду у входа. Что скажете? Сегодня? Ну да, не вижу причины откладывать. К сожалению, сегодня я никак не могу. А что такое, свидание? Да нет, что вы. Сын уехал сегодня за город, и целый день не могу ему дозвониться. Так что, если он до 7 не объявится, мне придется ехать его искать. Переходной возраст. Понимаем. Может, нужна какая-то помощь, я не знаю, отвезти, поговорить так? Нет, 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 спасибо, я справляюсь. Хорошо. Ну что ж, тогда перенесем на завтра? Спасибо. Да, Леночка, только...
Только очень большая просьба. Ничего не планируйте. Спасибо вам большое еще раз. Ну что, Лен, тебя можно поздравить? Фифилов берет тебя на работу? Похоже, что так. А что он еще сказал? Он сказал, что какие-то условия нужно обсудить, и, в общем, мы с ним поедем в ваш чилаут. Как чилаут? Кафе какое-то, ты что, не знаешь? Нет. Меня за 3 года никто ни в какие чилауты не приглашал. Ну, видимо, рожей не вышло или поведением. Что? А то. А я тебя еще жалела, мужики ей проходу не дают. Да ты и сама не промах. Это сейчас было оскорбительно. Знаешь, Аня, я никому не давала повода. И ничего не вижу страшного в том, чтобы съездить с шефом в кафе и обсудить рабочий момент. Мы взрослые люди. Вот именно, что взрослые люди. Обсуждать рабочие моменты где? В чилауте? Другого места не нашлось? Лен, ты что, серьезно не понимаешь? Да он тебя снимает просто. Аня, остановись, ты чего? Подожди, может, тебе нравится? Трифил? Да, Трифил, вы что? Не всем же одна жизнь, одна любовь. У каждого своя планка. Ань, ну подожди, ну я же не могу уже отказаться, но я слово дала. Ну я клянусь себе, мне не нужен твой Трифилов, мне просто работа нужна. Если ты пойдешь, я сделаю все, чтобы ты эту работу не получила. Ань, я не шучу. Здравствуйте. Лена, успокойся, все хорошо. Лена, не волнуйся. Это просто обычный вывих. Елена Васильевна, ваш сын, он просто каскадер, он настоящий гонщик. Мы все время думали, что он ботан, а он всем доказал, что он крутой. Замолчи. Лена, успокойся, это просто ерунда. Ну, подумаешь, неудачно на байке прокатился. Доктор сказал, до свадьбы заживет. До свадьбы? Угу. До какой свадьбы? Да какой Лен, свадьбы? Лен, Лена, Вика ни в чем не виновата, Лен! Отдыхай, отдыхай. Вика, вы за Арта не волнуйтесь, я за ним присмотрю. Послушай меня, ты здесь больше не появишься, поняла? Это вам Арт так сказал? Тёма! Его зовут Артём, это я так сказала. Не хватало, чтобы какая-то девица безответственная с черными губами крутилась около моего сына. Таким, как ты, здесь не место. Это понятно? Чего ж тут непонятного? Елена Васильевна, Вика Коробова, девочка сложная, и отношения в семье у нее не из лучших. Раз они сами решили заниматься вместе, мы не стали препятствовать. Что значит сами решили? Разве не вы распределяли нагрузки? Выпускного класса? Нет. Артём сам предложил и настоял. Естественно, мы приветствуем, когда такие пары, отличник и отстающий, создаются на добровольной основе. Это приводит к положительным результатам.
Артем наш лучший ученик. Безусловно, он может оказать положительное влияние на Вику. Мы очень на это надеемся. Ирина Борисовна, вы слышите, что он говорит? Произошло ЧП, и случилось оно по вашей вине. Если бы вы не поощряли подобные вещи, мой сын сейчас был бы здоров. Знаете что? Я подам на вас жалобу в Министерство образования. Пусть поставят вопрос о вашей профессиональной пригодности. Да, мам. Здравствуй, доченька. Что-то с Тёмой? Господь с тобой, с ней все нормально. Он лежит, как турецкий султан. Слушай, ты помнишь, сегодня годовщина смерти Екатерины Владимировны? Господи, у меня совсем из головы вылетело. Хорошо, мам, да, спасибо. Угу. Здравствуйте, бабушка. Елена Васильевна дома? Называй меня дедушкой. Нет ее дома. Это очень хорошо, потому что мне надо с Артуром поговорить. Слушай, вы там двери не закрывайте, пожалуйста. Лене не нравится. Хорошо, бабушка, хорошо. Живой? Ага. А если тебе мужика сделаю? Что, прямо сейчас? Что доктор сказал? До свадьбы заживет? Вот и терпи. Владимир Сергеевич, а мы могли бы сейчас обсудить условия моей будущей работы в кабинете, пока у меня есть свободное время? Лена Васильевна, вы что, не хотите, чтобы это произошло, я бы сказал, в торжественной, незабываемой обстановке? Нет, мне бы очень хотелось. Но дело в том, что сегодня годовщина смерти моего тренера Крачковской. Екатерина Владимировна, вы что, тоже ее воспитанница? Да, вы ее знали? Ну, лично не знал, но много слышал о ней. Легендарная личность. Так вот, откуда у вас такая подготовка и чувства? Да уж. Так вот, мы, ее ученики, встречаемся в этот день, вспоминаем. Ну да, это все замечательно и трогательно. Елена Васильевна, у меня складывается такое впечатление, что вы меня просто динамите, а? Я вас? А вы что, не хотите здесь работать? Нет, я очень хочу. Ну, тогда вы должны усвоить, что очередного отказа я не потерплю. Честно говоря, я не понимаю. Да все вы прекрасно понимаете, Елена Васильевна. Ну, не заставляйте меня принимать крайние меры. Давайте все решим, как взрослые люди. Пожалуй, я не буду испытывать ваше терпение. Я никуда с вами не поеду. И работать я у вас тоже не буду. До конца испытательного срока осталась неделя, так что, надеюсь, за это время вы найдете мне замену. Ну хорошо, это ваш выбор. До свидания. Паш, а? Посиди. Игорь Дмитриевич, я сам Серегу встречу. А? Я там с партнерами кое-что выяснить хочу. Хочу фитнес открыть. Отдыхай. Ладно. Здорово, Сергей. А ты что, сегодня без дяди Паши? Здрасте. Дядь Паша в машине. Она? Угу. А вы, значит, та самая тетя Лена? Сережка вас рассказывал. Ну, Елена Васильевна тогда уж. Игорь Дмитриевич, очень приятно. Очень приятно. Ну, как он у меня? Ну, что, Сережка молодец, хорошо работает. Ага. Не притворяется, что устал, то дети у нас это любят. Притворяться? По-моему, сплошное удовольствие бассейн. Да? Да? Да, но тренировка есть тренировка. Понятно. А вы, значит, суровый тренер, который бросает детей на глубину.
Ну, это все байки. У нас никто никого не бросает на глубину, правда же? Моя задача – научить детей плавать и привить им технику. А как же жить захочет, выплывет? Ну, не каждый может долго барахтаться. Так что у нас без экстрима, учим по-простому. Ясно. Ну, мне такой подход нравится. Давай, беги. Иди, я сейчас приду. До свидания. Пока, Сереж. Игорь Дмитриевич, а мне сказали, сам Володин за сынишкой приехал. Здравствуйте. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Да. Спасибо, Елена Васильевна. Всего доброго. Ну что, поднимемся ко мне? Да я не знаю, может, пройдемся, покажете мне, что здесь у вас, как крутится, вертится. Неужто задумали что-то? Ну, от вас ничего не скроешь. Ну а чего, мы от вас ничего скрывать не будем, все покажем. Mm-hmm. Да, может, будем что-то придумаем. Мы ведь не хотим останавливаться на достигнутом, да? Есть планы по расширению. Нужны инвестиции, кстати. Ну, если это будет выгодно мне и партнерам, тогда да. Давайте с бассейном. Ну, давайте, начнем, пойдемте, да? Покажу. И ты никогда не видел своего отца? Оксфордский словарь. Ну, там их три. Самый большой. Какой красавчик. Ты так на него похож. Ой, да брось. Как его зовут? Слава. Вячеслав Соколов. Два серебра Европы. А больше ничего не знаю. Они выглядят такими влюбленными. Да. Им это не помогло. Наверное, Лена до сих пор любит его. Ну да. Ей это тоже ничем не помогло. Живет прошлым, с меня не слезает. Конечно, своей-то жизни нет. Знаешь, уже это лучше, чем как моя мама. Она уже третий раз замужем, на меня вообще пофиг, одни мужики на уме. Ну вот лучше бы Лена, так же, как твоя мама, завела бы какого-нибудь мужика и отстала от меня наконец. И предала свою любовь? Я не верю в такую любовь. Это все бред. Надо жить настоящим. Ну, знаешь, я бы тоже хотела, как Лена. В смысле? Я бы хотела любить тебя одного всю свою жизнь. И быть такой же чокнутой, как Лена. Я, наверное, пойду. Куда? В школу. Там, наверное, уже забыли, как я выгляжу. Ты же сам говоришь, что жить надо настоящим. Вик! Вика! Счастливо, рад была видеть. Лена, привет. Сколько лет, сколько зим. Здравствуй, Лена. Ну, перестань, ну неужели ты до сих пор на меня обижаешься? Столько лет прошло. Мне кажется, сейчас не время и не место это обсуждать. Ну, перестань, брось. Ну, давай помиримся. Послушай, я с тобой не ссорилась, это послушай, ты... Послушай, ну, Слава сам от тебя ушел ко мне. Я же его не тянула. Ну, и потом сердцу не прикажешь. Тогда совет да любовь. А ты что, разве не знаешь? Мы с ним уже давным-давно развелись. Практически сразу после Японии. Он тогда проиграл, запил. Я пыталась его вытащить, но все оказалось зря. А ведь такая любовь была. Ну да. Без стержня оказался человек. Я вообще не понимаю, как ты его терпела. Одна маленькая провинность, и все. Все как рукой снесло, все амбиции. Тоже мне чемпион. Только и делал, что пил до себя жалел. А планов было мало. Ну вот и я о том. А я же ему говорила, Соколов, ну соберись. Ну если ты сам не хочешь пробовать больше, ну занимайся тогда со своими учениками. А он сказал, что все это ему поделом. Что это он сам во всем виноват. Лен, ты прости меня. Знаешь, я поняла, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. А мне твои открытия, Яна, неинтересны. Ну перестань. Ну, мы же молодые были, глупые. Я же тогда думала, что мы с ним весь свет завоюем. Не вышло? Ну, как видишь, у него нет. А у меня все неплохо. У меня своя школа, вот уже пятый год как.
Под Олимпийским комитетом ходим. Поздравляю. Слушай, а приходи ко мне работать, а? Приходи. У меня командировки, оклады, все по высшему разряду. Мастера спорта международного класса примем тебя со всеми почестями. Я всего лишь мастер спорта. Ну ничего. Зато у тебя есть стержень. А это очень важное качество для тренера. Ян, у меня есть хорошая работа. Ну, как хочешь. Значит, все-таки не простила, что Соколов от тебя ко мне ушел? Было бы из-за чего. Ян, извини, мне домой пора. Сын, выпускной класс, сама понимаешь. А у тебя что, сын? Сколько ему? 16? Лен, я не знала. Ты не забыла, зачем пришла? Слав, я должна тебе кое-что сказать. Я тебе тоже. Тогда давай сначала ты. Хорошо. Я решил, я поеду в Японию. С Яной. С Яной. Лен. Прекрати, она мне просто помогает. Я заметила. И папа у нее в Олимпийском комитете. Лен, ты сейчас на что намекаешь? Что я ради карьеры на все готов? Я этого не говорила, ты сам сказал. А, класс. Отлично, Леночка, прекрасно. Здорово ты изменилась. Циничной стала, обвиняешь меня, не знаешь в чем. Знаешь, слова, это ты изменился. Я все знаю про вас с Яной. Она мне рассказала. Попросила, чтобы я ушла и не портила тебе жизнь. Скажи мне только одно. Это правда? Все понятно. Что ты хотела сказать? Нам не о чем больше говорить. Сынок, ты почему встал? Ну и чего ты добилась? Ты о чем? Ах да, ты же еще ничего не знаешь. Знаешь, после твоего визита в школу родители Вики устроили ей жесткий разбор. Я не знаю, что они ей там сказали, но после этого она ушла из дома и отключила телефон. Послушай, ничего с твоей Викой не останется. Погуляет немного где-то и вернется. Ага. И все сразу будет как раньше, да? Ты так думала? Все будет как прежде, только ты и я. А ты обо мне подумала? Я потому и пошла в твою школу, что я подумала о тебе. Вранье. Ты только по счастливой случайности вчера не сломал себе голову. Ты об этом подумал? Конечно. Мальчик поранил себе ножку. Давайте всех за это накажем. Весь мир, да? Пусть все за это ответят. Пусть! Артем! А знаешь что? Это все так называемая материнская жертвенность. Чтобы все тебя пожалели. Чтобы все восхищались твоей преданностью, своей первой и единственной любви. Прекрати сейчас же, Тёма. Но на самом деле, ты любишь только себя. Не смей так с матерью разговаривать. А, да. Она же моя мать. А знаешь, лучше меня вообще на этом свете не было. Замолчи! Я не знаю, где сейчас Вика, но если ты не найдешь ее и не извинишься, я уйду из дома. Делает вид, что спит. А сам в это время ждет, пока ты на работу уйдешь. Совестно ему. Думаешь, он правда может сбежать? Ой, да куда он сбежит? С такой-то ногой.
Максимум, на что он способен, это лежачая забастовка. Ну, он правда же может. Лен, послушай. Мама, Соколов в городе. Ты что, с ней виделась? Нет, я Яну встретила. Говорит, после Японии он сильно пить начал. Она не выдержала и... Все, они уже давно в разводе. Ну да. Знаешь, у хорошей ты жены уж не пьет. Что ты теперь собираешься делать? Искать его будешь? Еще чего. Лен, ты куда? Мам, я на работу. Ну что ты все время за мной следишь? Я взрослый человек, не надо меня контролировать. Послушай, ты сейчас говоришь точно так же, как Тёма. Тёма – это другое. Хотя знаешь, ты права. Вот хочет он общаться со своей черногубой девочкой. Пускай общается, подумаешь. Лена, я прошу тебя, успокойся, пожалуйста. Мама, я спокойна. Просто когда он проснется, ты передай ему, что никуда сбегать не надо. Сейчас пойду и приведу его подружку. На работу только схожу. Хорошо. Извините. Прошу вас, садитесь. Нет-нет, спасибо. Ну, красивой девушке не гоже стоять. Это совершенно непозволительно. Вы правда так думаете? Уверен, уверен. Ну, красота – это дар Божий. Она спасет мир. И мы все просто обязаны служить ей. Значит, и вам, пожалуйста. Да. Никто, конечно, и не думает, что красивым... Зачастую не очень легко. Но у красивых женщин судьба своя. Присаживайтесь. Нет. Спасибо вам. Я уже выхожу. Удачи вам. Спасибо.